Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров по количеству выданных семейных ипотек. За два года в республике зарегистрировано 1723 сделки по льготной ставке. Итоги программы субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми подвели эксперты аналитического центра ЦИАН. Ну и, как показало исследование, лидером по количеству заключенных сделок стала Московская область. Здесь льготой воспользовались почти 6 тысяч семей. В первую пятерку вошла Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Республика Татарстан. Краснодарский край по выдаче семейных ипотек лишь немного обошел Башкортостан. 1876 и 1723 сделки соответственно. При этом средняя площадь квартир, которые приобрели по программе, в Уфе около 58 квадратных метров. То есть на каждого члена семьи приходится порядка 15 квадратов. При социальной норме 18 квадратов на человека. И такая тенденция характерна для всех регионов, отметили аналитики. Впрочем, зачастую семьи покупают квартиру не для проживания в ней всей семьей. То есть люди могут покупать однокомнатную квартиру под сдачу по программам семейной ипотеки. Это даже иногда получается выгоднее. Но сами там, естественно, вчетвером в однокомнатной квартире вряд ли кто захочет проживать. Но эта квартира может идти под сдачу и вполне успешно помогать семье, например, гасить ипотечный кредит за другую квартиру. Ну и еще, как рассказал Алексей Попов, доля кредитных сделок по субсидиям за два года действия программы составила всего 2% от общего объема выдачи ипотек. По мнению специалистов, чтобы воспользоваться льготой могли больше многодетных семей, необходимо снизить ставку и распространить семейную ипотеку на вторичное жилье.